Новогодний карнавал, костюмированное представление под таким названием прошло в специализированном доме «Ветеран», который является одним из подразделений благотворительного фонда «Металлург». Жители дома стали не только зрителями, но и активными участниками, приготовив для праздника море веселых шуток, песен, плясок и игр. Вот уже который Новый год подряд хор «Надежда» становится главным возмутителем спокойствия дома «Ветеран». В этом году его участники вновь сами придумали и сценарий, и костюмы, и грим. Главными героями сказочной истории стали Снегурочка и Снеговик. Чтобы пройти через лес чудес, они должны выполнить разные творческие задания от проживающих в нем сказочных персонажей. Кто будет населять это волшебное место, хористы тщательно скрывали до самого дня премьеры, готовя сюрприз и коллегам по сцене, и зрителям. А вот как вы шили такой костюм? Секрет фирмы! Расскажите. Это у меня моя приятельница Белошвейка. И я ей дала идею. Она говорит: где твоя шуба, которую ты не носишь? Я говорю: пожалуйста. И она мне сделала Чебурашку. А за гримом для этого персонажа пришлось обратиться к артистам цирка, которые помогли его сделать прямо перед началом представления. Также серьезно к своим костюмам подошли и другие участники. Баба-Яга, волшебник, петушок. Кого тут только не было. На представлении они и пили, и читали стихи, и танцевали, вовлекая во все это и зрителей. Все участники и зрители этого веселого праздника получили отличное настроение, а также подарки, которые пенсионерам преподнесли студенты МГТУ и руководство благотворительного фонда «Металлург». Разрешите от имени руководства комбината, профсоюзного комитета комбината, совета ветеранов и коллектива фонда «Металлург» поздравить вас с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым, пожелать, чтобы в этом доме всегда было уютно, тепло и царила радость и улыбка. Татьяна Артеменко, Влад Набиев, телекомпания ТВН.